если здесь кормят. Вот, несколько лет тому назад, когда была эпидемия птичьего гриппа, то они многие погибли из-за этого. Но сейчас опять очень хорошо возможность. На юге Праги, в начале города, у них там гнезда, потому что река Вутава, она течет сюда на север. То есть там вот на начале города там у них гнездятся. Так вот гнездятся они еще там вот с левой стороны, там где сейчас маленький мальчик такой проплывает. Там у них тоже есть места, где они могут отложить. Является высидеть птенцов. Но мы приближаемся к Орлу мосту, и есть, например, возможность загадывать желание не только на мосту. Говорят, что можно и под мостом загадывать, поплывая под ним. Вот если у вас много денег, то вы можете, например, взять и сейчас бросить монетку так, чтобы она ударилась об дно моста. В этот момент, когда она летит, надо загадывать желание. Если монетка долетит до бока моста, то тогда, значит, ваше желание будет исполнено. Лучше всего долетают 50-кроновые монеты. Видите, как прыгают, верят многие в то, что в реке обык моста. Коров мост. Мы под коровым мостом. Желание не высказано. Теперь вот самое главное. Если вы хотите, чтобы исполнилось ваше желание, значит, надо не только деньги бросать, надо теперь держать его в тайне, никому не рассказывать, что вы загадали. Это бывает иногда сложно.